Слава Украине! Привет всем от Полонского. По снабжению Сбройных сил Украины снарядами. Надо сказать, что снабжение идет не только по линии доставки нам снарядов из стран-партнеров. Надо сказать, что там самая различная номенклатура и самые различные страны поставляют нам боеприпасы. То есть, иногда очень экзотические даже варианты есть. Ну, то, что поставляет США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Норвегия, это понятно, да? Но вот поставляют такие страны, например, как Болгария, Чехия, Словакия, Македония, да, тоже. Есть экзотические варианты, типа Судана, Пакистана, и да, подумать, будете смеяться, Ирана. Да, у нас есть иранские снаряды, то есть разные. То есть, я к чему? Что они покрывают вот эти поставки, они покрывают, это открытая информация, поэтому ничего тут такого нет, они покрывают абсолютно всю нужду по всем абсолютно калибрам. Но речь пойдет совершенно не об этом. Дело в том, что Укроборонпром сейчас опубликовал данные, по которым он практически полностью восстановил. Что значит восстановил? Они не производили уже черти сколько этих снарядов. Фактически с нуля начал производство снарядов. Я так понимаю, на мощностях эти мощности не находятся в Украине, с тем, чтобы их нельзя было достать. Но клепают они сотни тысяч снарядов ежемесячно. Это очень много. Теперь по калибрам. Самые разные калибры. Это минометные 82-120 мм. Также танковые 125 мм. И крупнокалиберные гаубичные снаряды 122 и 152 мм. По-моему, 155 мм наши тоже не выпускают. Но я сейчас не буду об этом говорить, потому что точных данных у меня по этому поводу нет. То есть, вот эти все калибры, это покрывают прежде всего калибры, которые нам достались со времен Советского Союза. То есть, этой артиллерии у нас довольно много. Мы ее постепенно восстанавливаем, потому что была не в рабочем состоянии. Также много было в рабочем состоянии. Но вот снарядов после вот этих пресловутых, помните, взрывы складов, да. Снарядов, конечно, со снарядами у нас была катастрофа немножко. И вот сейчас это все дело уже, как говорится, ликвидировано. И, как видите, сейчас живем не только и не столько за счет поставок из-за границы. Ну, понятно, что натовская артиллерия все-таки за счет поставок из-за границы. Но большая часть, вот эти все Д-20, Д-30, наши потом гвоздики, другие там, да, гиацинты и так далее. Вот это весь пионы, все, что цветочки, да. Вот эти все, они сейчас уже производятся Укроборонпромом. Так что, вот видите, оно, когда хочешь что-то делать, его делаешь в результате. Слава Богу, что вот хоть в таких, хоть таких условиях, хоть при таких вот жутких условиях, что война и так далее, но хотя бы начали делать то, от чего отказались, я имею в виду производство собственных снарядов. Видите, до этого только уничтожали. Да уничтожались, что вот нас чуть не уничтожили потом без этих снарядов. Слава Богу, что это уже все в прошлом.